Вы видите, работает Андрей Бакланов, наш инструктор. Вот он очень грамотно делает удары. У него рука отскакивает, то есть он в удар не западает и не проваливается. Что очень важно, особенно при ударе локтями. Удар должен быть короткий, резкий, сильный, короткий выдох, короткое движение бедром. Окей, достаточно. Мне сейчас в данном случае тяжело. Поэтому первое я могу пропустить, войдя второго. Все. Ну здесь уже ножа может не быть. Почему там ножа в принципе не должно даже быть? Я сейчас объясню. Удар вот здесь я стараюсь сломать руку. Причем сделать так же для него фактически открытый перелом. Допустим, у меня не получилось. Я вхожу так, чтобы фиксировать локоть. Я не делаю сейчас так. Почему? Потому что если у нас не получилось, его вторая рука в опасной близости от моих глаз. Да. Поэтому я сразу, еще раз, можно? Порезче я потом просто тормознусь. Вот посмотрите, вот здесь я сразу ухожу вниз. Удар. Удар, если надо. Вот, если брать технику болевых заломов, то можно сделать, соответственно, вот так. Для форсированного допроса. Окей, спасибо, Андрей. Париж. Стоп, теперь медленно. Уклон. И вот теперь смотрите, здесь у нас уже идут продолжения. Одно из продолжений удар в пах. И здесь я очень ухожу на удар, который применялся в старом французском боксе «Салат» – «Шоссе». Опять же, это уличный бокс, то есть раз-два, удар в колено или в бедро. Также смотрите, что здесь удобно делать. Удар, который называется «Twisted Kick». Это то, чему противник не готов, удар сипат. То есть можно добавлять ноги. Вот. Но если брать по локтям, то сразу наношу удар в пах. Удар в пах, сбив. Еще раз хочу. То есть я сейчас аккуратно это делаю. Ну, чтобы было понятно. Второй вариант, да? Значит, посмотрите, что я здесь делаю. Удар, мощный удар в бедро. Нога загружена, я противник отвлек, удар рукой или прикрываю его глаза и по бедру, по загруженному. Уношу удар, боль. Клинч. Отвлек. Удар кролик. Давил. То есть так можно это уже развивать, потом без боксерских перчаток. Спасибо. Отборы от прямых ударов. Вот сейчас Денис максимально быстро атакует меня ударом тацада или дулга по первому углу. Готов? Го! Ну, не особо быстро, вроде бы быстрее. Не бойся. Внимание. Значит, что я делаю? Я делаю технику палец обкатки, выставляю руку, произвожу отбор, после чего делаю добив.
максимально быстро второй угол. Здесь я уже делаю не так быстро, дабы не травмировать Денис. Еще раз, пожалуйста, второй угол. Здесь возможен удар по почке. Здесь я использовал рычаг. Также можно использовать удары ногами. Итак, медленно второй угол. Техника полез. Отбор за счет корпуса. Ну, это уже отдельная тема, болевые. Я сейчас делаю традиционный блок. Ну и контратак. Еще разочек, побыстрее. Ну, я, конечно, буду защищаться, пытаться. Но мне-то надо обезоружить. Что я для этого делаю? Я вхожу в удар. То есть палец, что такое палец? Это сопровождение. Я сопровождаю по стол. Особенно это актуально, когда меня бьют с другой стороны. Если я сделаю так, у меня могут быть проблемы. То есть мне могут быть сразу нанесены на кучу ударов, да, Денис? То есть, видите, я должен сразу писать тут же, пока еще не закончил движение, отобрать за счет корпуса. Вот здесь я могу использовать опять же ноги, могу использовать удары по руке, могу использовать болевые и так далее. В общем, есть арсенал Арниса Скрима Кари. Очень опасен удар Дунгапа или Тацада в область общего сплетения. В нашей школе мы используем два основных блока. Первый блок — это увод, опять же, показательный, палец. После чего делаю отбор. Здесь я использую пунью. Допустим. То есть здесь я наношу удары длинным кончиком, а здесь использую этот кончик как дага, то есть техника из пада и дага, стойку. То есть удар, контроль, удар, контроль. То есть здесь я наношу прямой удар, здесь я могу наносить хлесткий удар, здесь прямые. Да, использую, например, сыновали. Итак, порезче сделай, пожалуйста. Порезче, порезче, порезче. Уход, обезоружен. Второй вариант. Я использую боксерский сайдстеп и удар по руке. Я сейчас не бью по руке, сами понимаете, по известной причине. После этого, скорее всего, бастонность уже не будет. То есть я пробиваю несколько ударов, после этого я перехожу к технике по нотукам. Да, еще разочек. Раз. Блок, например, эпит-пилипит. Обезоруживание. Добит. При ударе, например, в горло, я могу использовать ту же технику, что я использую и при первом угле при ударе тацада. То есть я обвожу. Но единственное, что здесь я стараюсь сразу обезоружить, как неудобнее. В данном случае неудобнее делать, например, следующее обезоруживание. То есть я делаю вход, изо всех сил держу, и обезоружение, которое применяется, например, в школе балетдава. Ну, после чего дальше. Если у меня нет ничего, да, а меня атакуют прямыми ударами, уколами. Ну, просто удар с обыкновенной, типа флорите. Да, здесь понятно. Мы делаем вход, после чего там делается отбор, или еще раз, да, если это бита, его же оружие я наношу, удары, но если меня атакуют, прямо удар, я всегда обращаюсь, наношу удар или в голову, или в бицепс, и добиваю, соответственно. А если мне наносят удар сверху, вот то, что мы сейчас сделали, я могу сделать то же самое, что и с бастоном. Если меня атакуют по второму углу, я делаю то же самое, что и с бастоном. Да? Еще раз. Понятно, да? Вспомогательные удары. Использование бастона для болевых, для бросков.